чертил на синем небе, я тебя люблю. Белым цветом быстрый самолет. В преддверии праздника красоты, любви и нежности мужчины Таврической академии устроили настоящий праздник для женщин. В преддверии такого праздника я хочу нашим девушкам пожелать любви и желаний. Ну а детям, нашим студентам, хочу напомнить. Годам к 30 вы поймете, что мама все-таки была права. С праздником вас! 7 марта для женщин Таврической академии началось с неожиданных поздравлений. У входа в главный корпус прекрасную половину поджидал торжественный оркестр и мужчины с сюрпризами. Дорогие женщины, от мужчин Таврической академии и в моем лице хочу поздравить вас с наступающим 8 марта. Хочу пожелать вам весны, нашей крымской весны, по которой мы так скучали за эту долгую холодную зиму. Вот, цветите, и чтобы бережные руки за вами ухаживали, и вам всегда хватало тепла, любви и денег. Я искренне от всей души поздравляю и сотрудников, и тех, кто постарше, кто уже не сотрудник, кто-то дома, внучек, всех девчонок. С этим праздником желаю оптимизма, хорошего настроения, светлого будущего и, конечно, долгих лет жизни. Поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. Это отличный день, женский день, где ваши желания могут сбыться, ваши мужья могут их исполнить. Ну а вы все время такие прекрасные, вы как цветы просто. Также в праздничную программу вошла выставка творческих работ студентов и детей сотрудников Крымского федерального университета, посвященная главным женщинам в нашей жизни – мамам. Вот это моя картина. Я хочу поздравить всех женщин, мам и их детей с Международным женским днем, чтобы они были все здоровы и чтобы у них все было хорошо. Я поздравляю всех с наступающим 8 марта. Я желаю, чтобы все оставались такими же красивыми и не старели. Я приехала сюда на конкурс поздравить всех мам и бабушек, и их сестер, ну всех, короче, женщин с 8 марта. Я рисовал картину, вон она там стоит, чтобы все женщины были хорошими, красивыми, добрыми. И у них все получилось. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. В завершении торжества дети сотрудников подарили своим мамам еще один приятный сюрприз – праздничный концерт «Дорогой маме с любовью».